Так, сейчас будем пробовать. Говорят, очень страшно будет. Ну, я готов, памперсы там, все дела. Мать твоя, женщина, стоп, ты сдох, тварь. Это все, да, это все, да, не так все страшно. Вроде бы. Мне твою мать! Сука. Ой, извините, это было, блин, да. Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Видел? Ой, я же он же там же, я же слышал, что не надо подходить. Ну, в этой ситуации мы просто наше, это самое, мы уже, здесь наши полномочия, все, окончено. Меня чуть наешь, наушники не слетели, блин. Что нужно было делать? Чего вы прикалываетесь? Мне подсказать, вы специально, да, ждете, да, пока, чтобы у меня инфаркт случился? Ёб твою мать, чтоб ты, сука, сдох, тварь! Откуда он? Я же закрыл дверь, блин! Много раз на нос? Зачем? Это тоже под прикол какой-то, да? Вы хотите, чтоб меня поставить, да? Вы хотите, чтоб я обосрался вообще полностью? Ну ладно, на нос. Много раз, говорит, нажимай. Ёб твою мать! Да чтоб тебя, сука, разорвало! Зараза такая, все, я запомнил этот прикол, а можно вот так просто постоять до 6 утра и все? С обосратовками. Куда идти дальше уже? Вы мне нормально объясните, блин, пока я тут не это, кирпичей не наложил, блин, полный тазик огурцов. Идите твою налево, чтоб ты сдох. Ёб твою мать. Мать твоя женщина. Вы правильно мне подсказываете, что за подсказки, блин? 5-10 секунд, отпусти потом, блин. Ёб твою мать. Ёб твою маму, за что он не ушел, блин? Вы кто такие? Я вас не звал, идите нахуй. Ёб твою мать, я же держал, ну сколько можно держать, блин? Я клянусь, я больше никогда не буду ругаться матом, бухать. Что за часть это, где бегай? Вот ждем теперь, пока он это, да? Ёб твою мать, ну сказали же 5-10 секунд, сука, я же протяжал, отпустил, все еще надо. Идите твою мать, ну я же недолго, сказали же, я и недолго отпустил, что надо делать, я не понимаю, блин. Так, надо что-нибудь глотнуть. Ёб твою мать, чтоб ты сдох, крыса вонючая. Я же сделал, как вы сказали, почему он на меня напал? А потому, что был он в жизни влюбленный. Нет, я же сделал, что вы сказали, почему он на меня напал, блин. Сейчас, сука, хрен я его отпущу. Сейчас буду держать. One hour later. Вот я теперь до тала буду держать. Two hours later. Ушел он или не ушел, блин? Ну давай, 6. 3 hours later. Шесть утра. Это я что, прошел, что ли? Я прошел? Просто я тут немного обтерился, в смысле, ну кирпичи там все дела. Я прошел что-то, короче. Сейчас будем смотреть дальше. Ну вы можете в записи посмотреть, там было весело. Короче говоря, я навалил штаны. О, я что-то видел. А че тут ничего не делается? Вон, я еще кого-то увидел. А как я ее поймаю, блин? Нет, твою, стоп, ты! Док, тварь! А я что делал? Я светил, блин! Даже конченый изврат здесь такого не увидит. Честно сказать, не хочется комментировать эту ситуацию. Обалдеть, не надо. Так, ну что, первый день мы прошли, друзья мои. Первый день мы прошли. Наверное, на сегодня хватит мне за этих скримеров. Скримеров, первый день. Вот каждый день по одной ночи, короче, будем проходить потихоньку.
No, God! No, God, please, no! 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 Коньку, не, мне этого достаточно на сегодня. Я так насрался уже, в смысле, ну, вы поняли. Короче, на неделю вперед, так что надо тут чуть накопить до завтра хотя бы. А то все будет плохо. Спасибо, ребят, за лайки, за внимание. Жду вас на следующих стримах. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Небольшой перерыв. Берегите себя. Всем пока.